Всем привет! Что вы сейчас читаете? Сегодня дежурный по чтению я, Рената Ильязова. В 2019 году исполняется 220 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина, и это прекрасный повод поговорить о великом поэте и писателе. В Ульяновске хранится уникальная пушкинская коллекция работ народного художника России Анатолия Зыкова. Именно о нем и о его творчестве, полностью пропитанным Пушкиным, написал книгу ульяновский художник и писатель Лев Нецветаев. Книга рассказывает об основных вехах творческого пути мастера, демонстрирует репродукции его основных работ. Прочитав книгу Льва Нецветаева, вы познакомитесь с удивительным миром Анатолия Зыкова, встретитесь с Пушкиным, которого вы еще никогда не видели. А сделать это можно в отделе краеведческой литературы и библиографии Дворца книги. А вы знакомы с творчеством Льва Нецветаева? Делитесь в комментариях.